Не так давно был опубликован очередной рейтинг самых дорогих товарных знаков, составлением которого занимаются ведущие финансовые аналитики. Специалисты активно следят за ситуацией на рынке, а также используют данные из отчетов, доступных для ознакомления всем желающим. В итоге им удалось выяснить, что на сегодняшний день самым дорогим брендом на планете является Apple. Знакомое всем надкушенное яблоко оценивается в 179 миллиардов долларов. Почетное второе место занял Google, стоимость которого составляет 133 миллиарда долларов. Замкнул же призовую тройку еще один легендарный бренд Coca-Cola, чья оценочная стоимость 73 миллиарда долларов. Здесь нельзя не отметить, что производитель газированной воды лидировал в аналогичных рейтингах на протяжении 13 лет, с 2000 по 2013 год. Если бы не поражающее воображение развития мобильных технологий, бренд Coca-Cola бы и сейчас оставался самым дорогим в мире.